Татьяна Панич-Каренская, мне 24 года, я алкоголик. Ладно, шутка, нет. Пою французские песни, и я пародирую Эдит Пиаф. Я все хочу сыграть. Наконец-то спектакль, моноспектакль по ней. Но пока это только мечта. Не люблю я себе рассказывать. Меня это... Нет, не то чтобы не люблю, я вру. Нестандартная модель в плане, мы же привыкаем к стандартной, якобы стандартной женской красоте. То есть вытянутое лицо, скулообразное, большие глаза, пухлые губы, маленький носик. Все, идеальная худая девочка с большой грудью. А потом вот эти фиолетовые кудри, вот эти кошачий взгляд. И только думаю, боже, вот я же говорила, лиса, лиса. Я могу просто вот так вот на тебя смотреть и не про тебя вообще думать. Мне вообще фиолетово, что с тобой происходит. А я думаю, в это время почистила я картошку дома или нет. А человек будет думать, что я его проклинаю. В этот момент все цыганские проклятия читаю. А, еще здравствуйте, я цыганка. Да нет. Ну, я просто что-то сейчас думаю. Боялась, я уже не боюсь. Боялась, уже не боюсь. Боялась, не боюсь. Нет, не боюсь. Блин, слово забыла. Ну, вот как раз-таки в познании, так или иначе, все равно. Даже фарсовые вещи, но все равно идет через какое-то внутреннее познание. Да, в познании, наверное, так. Жду ваши звоночки. Ладно, я готова к дальнейшему сотрудничеству, без всяких шуток.